Не все российские граждане сегодня понимают, чем занимается антимонопольная служба и какими вопросами она ведает. Главная функция – это защитить конкуренцию и предпринимательство. Сегодня мы проведем один день в управлении Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области и покажем работу специалистов изнутри. Второй этаж здания на улице Гончарова находится в распоряжении антимонопольщиков. Эти люди пресекают сговор на торгах, контролируют органы власти, чтобы те не раздавали свое имущество без торгов и не давали преимуществ какому-либо предпринимателю или организации. Здесь же следят за рекламой, чтобы она была максимально честной и прозрачной. Те действия, те решения, которые принимались в последние годы, они существенно влияют не абстрактно на экономику, на экономический процесс, а действительно очень реально изменяют ситуацию и погоду в экономике и в целом в России, и в регионах Российской Федерации. И мы считаем, что это очень значимо. Сейчас структура Ульяновского УФАС России насчитывает 4 отдела. Управление остается одной из самых малочисленных среди федеральных органов власти структур – 23 сотрудника, на чьих плечах лежит большая ответственность. Мал, как говорится, да удал. Только в 2018 году Ульяновским отделением было возбуждено 379 дел об административных правонарушениях. Многие штрафные санкции, которые мы накладываем на нарушителей, они остаются в основном в бюджете региона. И получается, что мы работаем в данном случае как хорошее прибыльное предприятие для региона. В нашем Ульяновском регионе примерно 7-8 миллионов ежегодно от нашей деятельности остается в бюджете региона. На вопрос, тяжело ли быть антимонопольщиком, а еще больше руководителем, Геннадий Степанович ответил философски. Сложности есть везде, на любой работе. Я думаю, это много зависит от человека. И на любой руководящей должности, я придерживаюсь с точки зрения моих специалистов, должны быть люди, которые отвечают и ответят за все решения, за все задачи, которые поставлены. Вообще, за тот объем дел, которые необходимо делать. Такие люди должны работать у нас и в службе, и в других федеральных службах. В ФАС все работают на результат, которого добивается команда. У каждого отдела своя сфера ответственности. Так, в отделе товарных рынков сотрудники разбираются с нарушителями федерального закона о защите конкуренции. Марина Степанова в 2005 году в отдел пришла еще студенткой и сегодня доросла до должности начальника. У нас очень динамичное законодательство, поэтому интерес не потерян. Тем более у нас получается контроль не узко, допустим, специализирован, какая-то одна сфера специальная, там, допустим, перевозки. У нас это законодательство и в сфере теплоснабжения, водоснабжения, это и лесной кодекс, это и автомобильные перевозки. Это абсолютно все сферы, которые могут быть затронуты актами действия антиконкурентными. Поэтому не скучно. Отдел контроля закупок наделен полномочиями в сфере соблюдения федерального закона о размещении заказов. Несмотря на ежегодное увеличение нагрузки, качество работы от этого не страдает, о чем говорят показатели. Мы всегда, по большинству основных показателей, находимся в десятке лучших управлений страны. Это касается и исполнения наших предписаний. Практически все наши предписания в полном объеме исполняются на 100%. У нас очень высокий показатель в судебных инстанциях. По некоторым отраслям у нас 100%, 95%. То есть наши решения судами всех юрисдикций признаются законными и обоснованными. Это очень важно. В каждом отделе работают профессионалы, в чем мы лично смогли убедиться на рассмотрении дела, которое проходило в конференц-зале. По стандарту заседание комиссии проходило в составе 3 человек. Наша статистика, вернее, подсказывает, что чаще всего нарушаются нормы рекламного законодательства, связанные с запретом на распространение рекламы по электронным каналам без согласия абонентов либо получателей. Это статья 18 Федерального закона о рекламе. По сравнению с предыдущими годами, в 2017 году таких дел было меньше, но тем не менее распространение такой рекламы, которая раздражает потребителей рекламы, является злободневной темой. Секретарь в приемной нам шепнула, что готовится выезд специалистов по рекламе. Я предложила полевикам помощь в работе, и нас взяли с оператором в качестве стажеров. В Ульяновском управлении специалисты-антимонопольщики не сидят целыми днями в уютном и комфортном офисе. Они выезжают непосредственно в город, чтобы осуществлять там свою работу.
Выехали мы на рейд во второй половине дня в сторону Пушкаревского кольца. Выбор маршрута не случайный. Рядом большой торговый центр, много билбордов, офисов и магазинов с пестрящей рекламой. Изучая рекламные вывески и плакаты, мы наткнулись сразу на несколько признаков нарушений рекламного законодательства. Итак, все по порядку. В рекламе «Шашлык номер один» товар некорректно сравнивается с аналогичными, которые произведены другими изготовителями. Кроме того, в рекламе отсутствует часть существенной информации. Мы достали фотоаппарат и акт, чтобы это зафиксировать. Сложнее было найти свидетелей и записать их данные. Если необходимость установления рекламодателя либо рекламораспространителя осуществляется запрос информации, и если признаки нарушения рекламного законодательства подтверждаются, дальше возбуждается дело комиссионное, где привлекаются как рекламодатели, так и рекламораспространители, и устанавливаются обстоятельства распространения рекламы, и также устанавливается, опять же, подтверждаются или не подтверждаются признаки нарушения законодательства о рекламе. По результатам принимается решение. В течение рейда мы проехали не одну улицу и зафиксировали с десяток признаков нарушений. Поздним вечером возвратились в офис, чтобы их отработать. А завтра все то же самое, только с чистого листа. За 15 лет Федеральная антимонопольная служба своими действиями, своими решениями для многих профессионалов и для участников экономического процесса в стране стала авторитетным органом. Просто никто не помнит, что было 15 лет назад. И в этом заслуга, конечно, всего коллектива Федеральной антимонопольной службы и бессменного руководителя Артемия Игоря Юрьевича, который смог собрать коллектив, да, организовать, и мы смогли все вместе достичь вот тех задач, того авторитета, который сегодня имеется. Под конец рабочего дня у меня разболелась голова и подкашивались ноги. Хотя многие антимонопольщики каждый день работают именно в таком режиме. Бывает, что приходят на работу даже выходные дни, поскольку жалоб много, сроки по их рассмотрению установлены конкретные и минимальные. Требуя с одних, в первую очередь спрашиваешь себя. Вот такая работа получается. В марте Федеральная антимонопольная служба отметила свое 15-летие. За это время сделано многое, но еще больше предстоит сделать. Сегодня цифровая экономика диктует свои правила игры на рынках, поэтому антимонопольщикам расслабляться некогда.